Ежегодное обращение президента является программным политико-правовым документом, в котором глава государства представляет свое видение стратегических направлений развития России на ближайший период. Здесь много идет конкретных идей, предложений в части развития и экономики, и социальной сферы. Мне, допустим, импонирует, что много было сегодня посланий уделено развитию регионов. И вот такая мысль прозвучала, наверное, она всем нам понравилась, жителям Зауралья, что целевая направленность развития экономики – это путь в никуда. Это дисбаланс в развитии регионов. Поэтому мы должны развивать не сырьевую экономику. В своем послании президент особое внимание уделил сохранению суверенности нашего государства, увеличению его влиятельности в мире. Говорил о демографической политике, вопросах миграции, о добросовестной политической конкуренции, о коррупции в органах власти, воспитании патриотизма российских граждан. Особо отметил возможность России стать крупнейшим мировым поставщиком продовольствия. Понравился тезис, где было сказано, что Россия владеет более 50% плодородных земель мира. И Россия должна кормить себя и кормить мир, быть мощной продовольственной державой мира. Для этого мы действительно должны развивать аграрный сектор. Арина Белкина, Светлана Епифанова, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».